Всем привет! Сегодня у нас будет интересный тест двух тыковок, одна с воодушевлением, одна с берсом на архидемоне. Мы посмотрим, действительно ли тыковка с воодушевлением быстрее, чем берсовая в одинаковой сборке. Если, конечно, нам повезет и мы не сольемся, как обычно. Так, какой у нас там? Сейчас посмотрим демона. Демон, который вызывает монстров, огромный урон. Тут нужна ведьма. Вот такой вот у нас будет состав. Только сначала мы с берсом потестируем. У всех стоят рунами смертельные, кроме ведьмы. У нее стоит ремка, чтобы сразу тыковка вылезла. У тыковки стоит ремка пятая, чтобы сразу разгон получила. По питомцам на отхил только у укротителя стоит слоник. На него мы будем агрить архидемона. Ну что, поехали. Кидаем укротителя, ведьму и всех подряд. Ну и сразу кидаем щит, чтобы нас миньоны, которые вылазят, не убивали. Вот видите, как укротитель проседает. Ну, сейчас будет попроще все. Можно также его вместо топора ставить в кубок, либо в медальку. Лучше в кубок, конечно. Надеюсь, у нас получится тест. И он не сольется. Хотел потестировать немножко другой состав, но я уже думаю, если этот демон будет еще, уже в следующий раз. Конечно, тут немножко рандом будет, потому что по-разному замедление срабатывает, ну хотя бы приблизительно будем видеть картину. Минута, одна секунда у нас осталась. Хорошо. Меняем тыковку. Ставим тоже ремочку. Можно, конечно, поставить и другой талантик. Замедление, например. Либо смертельный удар. Лучше замедление, оно даст дополнительный удар. Так, и ставим ангела. Поехали. Смотрим, что у нас получится. Ну как-то циферки вроде побольше вылазят.
Не знаю. Посмотрим, что в итоге у нас получится. Походу, а может и нет. В принципе, минута на половине должна быть. Где-то одинаково идут, вроде ровно. То есть тут вы сейчас увидите равноценный тест тыковки на одном аккаунте, все одинаково. Только разница именно в таланте. И все. Ну и плюс немножко рандома на замедлении. Ну, вроде быстрее идет, не знаю. Сейчас посмотрим. Да? Или нет? Секунд 10. Да, смотрите, прирост есть. 10 секунд. Так это или не так, я не знаю. Придется все-таки еще тестировать. Но 10 секунд это нормальная прибавка, я вам скажу. Не знаю, пока ничего не могу сказать. В принципе, результат есть. Надо еще пару таких демонов, чтобы уже мы окончательно решили. Или все-таки действительно берс, или воодушевление круче. Давайте я вам покажу сборки героев. Так, друид. Вот такой вот. У меня, правда, друид уже 12-й. Смертельный удар. Рунами, артефакты, снаряжение. Приспешник стоит. Химера. Смертельный. Тоже. Кто там у нас еще? Купидон. Аналогично. Укротитель. То же самое. Ведьма. Ремка стоит, чтобы сразу тыковки были. Хубак. Тоже пиромах. Ну и тыковка. Ремка рунами. Необузданная ярость. А в данном случае то же самое. Только воодушевление. В принципе, не знаю, что сказать вам. Вроде как бы разница есть, 10 секунд. Но действительно ли это так? Я аж сам озадачился, честно говоря. Вчера я тестировал тыковку на 7-8, была она. Получалось приблизительно тоже. Сейчас у нас получается разница уже 10 секунд при 8-8. Даже не знаю. Можно еще будет попробовать вместо ремки поставить и берс. Посмотреть, может, с берсом еще получится лучший результат. Там поднимется у нас урон. Сейчас я вот так вот сделаю. Плюс 5.09, 5.09. Даже если мы сюда поставим ремку, чтобы она сразу включалась, не терять время. 7.592. А сюда мы поставим берс. Или не поставим. Сейчас найдем. Берс — это самая, как бы, одна из топовых рун по урону.
что у нас получается. Плюс 9 тысяч, плюс 7,5. 1500 разница. Это зарядится, ну, фактически раз, два, три. Даже не знаю. Ждем следующего такого же архидемона для того, чтобы потом сделать тест и все-таки решить, или берс, или действительно воодушевление самый топ. Ну, пока воодушевление 10 секунд предела берс. Не знаю, или рандом из-за этого, из-за замедления. Но хотя 10 секунд рандома, ладно, там 3-4, но тут все-таки у нас получилось целых 10. Даже не знаю, что сказать. Ну, пишите комментарии, как вам такой тест. Уже сделаю полноценный обзор на тыковку. И уже тогда точно определимся, что все-таки лучше тыкве. Можно ли сливать единственный берс на аккаунте тоже и просто пользоваться с воодушевлением. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всем по 2 миллиона на таком демоне. Всем пока.